В рамках мероприятий, приуроченных к так называемому столетию так называемого геноцида армян, насколько нам известно, весьма обширный план мероприятий намечено провести в апреле в городе Тбилиси и в других городах Грузии. Фактически каждый год мы становимся свидетелями того, что на территории Грузии армянские активисты, националисты проводят целый ряд различного рода мероприятий, каких-то конференций, посвященных так называемому геноциду армян. И эти мероприятия имеют несколько целей. Во-первых, я думаю, наиболее важные, они продолжают вбивать в голову грузинского народа и различных народов, населяющих Грузию, что они должны как бы консолидироваться, объединиться вокруг так называемого проблемы или геноцида армян, что это исходит из интересов Грузии, что это очень важно не только для армян, а вообще для общей памяти. Также четко эксплуатируется христианский фактор, то есть фактор того, что грузины, армяне, христиане, есть общая угроза, о которой нельзя забывать. Эта угроза исходит от определенных этносов, имеется в виду, значит, турки, азербайджанцы и другие тюркские народы, а также в их лице государство Турция и почему-то Азербайджан. Фактически создается своего рода такой пласт негатива по отношению, в том числе и к Азербайджану, и к его населению. Хотя, если исходить из реалий, я думаю, ни для кого не секрет, в первую очередь самой же Грузии прекрасно это знают, что фактически азербайджанские компании и вообще Азербайджан являются одним из главных и первых, возможно, работодателей на территории Грузии, одним из главнейших инвесторов на территории Грузии, одним из первых налогоплательщиков на территории Грузии. И наши страны, Азербайджан и Грузия, объединяют не только какие-то экономические проекты, региональные и выше того, но и древние культурные, исторические отношения. И все это, в общем, дает очень огромный позитив и большую практическую пользу для простых граждан Грузии. И на этом фоне, наверное, трезвая часть грузинского общества, то есть большая, подавляющая часть грузинской интеллигенции, народа, хорошо понимает, что какие-то антиазербайджанские выпады на территории Грузии, которые инициируются армянской стороной и националистами, в первую очередь вредят национальным интересам Грузии. И мы имеем целью как бы донести до грузинской стороны, что и до грузинских властей в том числе, что ярые антиазербайджанские и даже антитурецкие выпады напрямую наносят вред не только национальным интересам Грузии, но и, возможно, благосостоянию, и формируют негативный имидж о Грузии в Турции, в Азербайджане и других странах. Это разве нужно Грузии? Если исходить из элементарных, скажем так, понятий и выкладок экономических, геополитических интересов Грузии, ясно становится, что те проекты, сердцем и связующим звеном которых является Грузия, речь идет о таких региональных проектах, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, о строящейся железной дороге, которая в перспективе через территорию Азербайджана и Грузии с выходом на Турцию соединит концы Евразии, то есть от Пекина до Лондона железнодорожный сообщение товарооборот будет проходить через территорию, в том числе и Грузии, как связующего звена. Кроме того, намечены серьезные газовые проекты, в частности ТАП и ТАНАП, которые по оценкам европейских экспертов являются наиболее серьезными перспективными проектами в области энергообеспечения и энергетической безопасности Европы. Это говорим не мы, это говорят те эксперты и государственные чиновники, которые заинтересованы, значит, в том, чтобы энергетическая безопасность Европы обеспечивалась посредством, в том числе и Грузии, ее территории. Фактически получается, что любой, скажем так, антиазербайджанский или антитурецкий выпад, инициируемый армянской стороной, который, пошумев 2-3 дня в Тбилиси, уйдет, но сам имидж и негативный образ того, что это сделано в Грузии, на виду грузинских властей и общества,
И то, что опосредованно грузинское общество якобы поддерживает так называемый геноцид армян и любые выпады в адрес Турции и Азербайджана, негативно однозначно скажутся на тех проектах, которые намечены на повышение благосостояния, в том числе и Грузии, и братского грузинского народа. В частности, можно вот привести пример активной международной деятельности Азербайджана на уровне ведущих международных организаций относительно территориальной целостности, в том числе и Грузии, потому что азербайджанские чиновники, представители и руководители различных организаций, выступая на уровне ООН, Совета Безопасности ООН, европейских структур и организаций, однозначно защищают территориальную целостность Грузии. Азербайджан однозначно четко дает понять, что не принимает то, что сложилась ситуация в Южной Осетии и в Абхазии, считает эти земли частью суверенного грузинского государства, выступает и требует, голосует за то, чтобы все грузинские беженцы вернулись на свои территории в Южной Осетии и в Абхазии, и категорически запрещает любые визиты или отношения с этими сепаратистскими образованиями. А давайте подумаем о том, что в этом вопросе делает Армения. Опять-таки, на тех же самых международных мероприятиях и международных площадках, где Азербайджан защищает грузинские интересы, однозначно Армения или голосует против суверенитета Грузии, или же умалчивает, воздерживается от голоса там, где это принципиально важно было бы для интересов Грузии. Фактически, прямым текстом Армения и армянская политика направлены против суверенитета Грузии. Этот фактор тоже следует учитывать. Среди проблем, о которых хотелось бы рассказать и поделиться как с грузинской общественностью, так вообще с теми, кто читает и интересуется процессами на Южном Кавказе, в странах Южного Кавказа, в контексте армяно-азербайджанского конфликта, который ошибочно называют Нагорно-Карабахским. Я считаю, что это армяно-азербайджанский конфликт, в котором Нагорно-Карабахский является эпизодом. К сожалению, вот эта пропаганда и борьба перебросилась на территорию Грузии тоже. Говоря о деятельности армянских националистов, организаций различного рода, следует отметить, что практически каждый год очень масштабно в Грузии и особенно в крупных городах, в первую очередь Тбилиси, 9 мая отмечается так называемое освобождение Шуши, то есть древней азербайджанской столицы Карабаха, ныне Нагорный Карабах, то есть это географическое понятие Нагорный Карабах. То есть что получается? Подмена понятий. 9 мая весь прогрессивный мир отмечает победу в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Однако под прикрытием этого праздника армянская сторона в Тбилиси и в других городах отмечает День освобождения Шуши. Хотя при малейшем рассмотрении можно узнать, что в этот день и вообще в процессах касательно армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли тысячи и тысячи невинных людей азербайджанского гражданского населения. Произошли страшнейшие этнические чистки, такие как геноцид азербайджанского населения города Ходжалы, села Гарадаглы и других азербайджанских населенных пунктов, где армянские националисты и наемники с Ближнего Востока и других стран, террористы, уничтожали женщин, детей, вырезали невинных людей, которые не имеют никакого отношения к войне и какой-то политике. И вот это все в едином формате отмечается в Тбилиси с шествием, флаги, огромное количество армян, молодежи, концерт. И это разве нужно Грузии? Какой смысл и какой подтекст все это может носить в контексте азербайджано-грузинских отношений? Как это видно из Азербайджана, наверное, рассказывать не надо, но как минимум вызывает боль, что наши грузинские братья, что на территории братской добрососедской Грузии происходит такого рода события, где с флагами, шествия, манифестации армянские националисты открыто озвучивают антиазербайджанские фашистские лозунги, которые они даже в Ереване не могут озвучить. Вот, несомненно, это негативно сказывается на азербайджано-грузинских отношениях,
К тому же следует отметить, что в рамках этих мероприятий из Тбилиси граждане Грузии армянской национальности, в основном молодежь, организованным образом собирают, на автобусах везут в оккупированную территорию Азербайджана, Нагорный Карабах, Шушу и другие оккупированные азербайджанские города, где им якобы показывают, объясняют, вот значит, итоги, вот мы освободили земли, как это надо делать, пропагандируют войну, то есть открытым текстом пропагандируют ненависть к азербайджанскому народу. Школа терроризма и сепаратизма, другого названия, я думаю, для этого дать нельзя. В рамках вот этих мероприятий следует еще отметить те события, которые происходят на оккупированных грузинских территориях Абхазии. Фактически за прошедшие годы в Абхазии армянское население уже превысило абхазское. Возникает вопрос, разве Абхазия боролась за свою независимость для того, чтобы отдать свои территории армянам? На данный момент свыше 30, возможно, около 40% населения Абхазии – это армяне, 110 тысяч с лишним. Абхазия в меньшинстве, абхазы в меньшинстве. И уже сегодня армянские политологи, эксперты заявляют, что туманно видят свое будущее существование армян с абхазами. То есть фактически ясно, о чем идет речь. И в контексте этого хочется еще раз спросить, разве Грузии и национальным интересам безопасности Грузии все это нужно? Эти люди из Абхазии армян возят в Ереван, где их готовят под видом, значит, подготовки для школ. Ясно, что готовят кадры националистического уклона, которые, вернувшись в Абхазию, преподают в школах историю так называемой Великой Армении, куда входит в том числе и Абхазия, о великой роли армян, которые построили Тбилиси, которые создали культуру для Грузии и для Азербайджана, да и вообще для всего ареала Кавказа. Наверное, наши грузинские братья должны обратить внимание на эти факторы, ибо в итоге, думаю, нетрудно понять, каким негативным процессом и проблемам в перспективе для Грузии все это может привести, в том числе, как негативно будут влиять и на Азербайджана грузинские отношения тоже.